Впереди нас ждут два больших праздника. Это 9 мая и юбилей города. И подготовка к этим датам начинается с обеспечения безопасности. Потому что ни один праздник не может быть без обеспечения безопасности. Это главная задача. А потом уже жители должны отдыхать, веселиться, получать удовольствие и так бы радоваться жизни. Но нам необходимо поработать и подготовиться ко всем этим праздникам. На заседании также говорили о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций и детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Особое внимание уделено и обращено на исключение случаев проникновения посторонних лиц в организацию. Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками частных охранных предприятий, сторожами. Обеспечивается контроль за ввозимыми на территорию организации грузами и предметами ручной клади. Также внимание уделили работе молодежных и волонтерских организаций Электрогорска по противодействию молодежному экстремизму. Что касается информационного обеспечения в сфере антитеррористической и экстремистской деятельности, в холле первого этажа нами установлен телевизор, где мы показываем ролики по безопасности для родителей и воспитанников учреждения. На данный момент у нас оформлен стенд по террору. Стартовала недавно социальная реклама, которую наши воспитанники молодежного центра. Они готовят социальные листовки, рекламу и снимают свой видеоролик. В целом в городе приняты все меры по обеспечению безопасности населения. Готов город и к встрече грядущих праздников. Но для того, чтобы наверняка все прошло благополучно, необходимо быть бдительными и соблюдать требования безопасности.